Еще одна новость из мира большого кино. Увы, печальная. В Лондоне скончался Алан Рикман. По трагическому стечению обстоятельств он повторил все обстоятельства смерти своего соотечественника, легендарного музыканта Дэвида Боуи. Ушел из жизни в кругу семьи на 70-м году жизни и также болел раком. Немало популярности Алану Рикману принесли съемки в эпопее о Гарри Поттере. Он сотрудничал с Брюсом Уиллисом в «Крепком орешке», вошел в образ жестокого шерифа Ноттингемского в фильме «Робин Гуд. Принц воров». Играл Распутина, был лауреатом премии «Золотой глобус», Эмми, Бафта. Обладателем «Оскара» он так и не стал.